Растерян, наверное. Как делишки ваши? Приветик. Все отлично. Всем здрасте. Чем сегодня занимаетесь? Сегодня у меня очередная прогулка, очередная фитнес-прогулка с нагрузками вверх-вниз, по горам, с палочками, с отдыхом, в приятной компании. В какой компании? В компании своего зятя и своей дочечки. Дочечка там ходит вот сейчас по окрестностям, тут вокруг озера, смотрит красивые места. Хорошо периодически выбираться на природу? Очень хорошо, потому что операции операциями, суставы суставами, а жизнь продолжается и не останавливается, и идет вперед. Как бы тяжело ни было, поднимаемся и идем. Очень тяжело, значит, пьем таблетку и идем. Берем с собой палки, если тяжело, для страховки и для удовольствия. И так живем. А как иначе? Вы же сейчас таблетки практически не кушаете. Я иногда кушаю, потому что я вот жду посещения ревматолога своего, в июне иду. Сейчас все визиты отменились в связи с ковид-вирусной инфекцией. Поэтому мне надо проконсультироваться, что мне принимать из-за моих мелких суставов, которые болят не от веса. Ручки. Маленькие суставы, они меня беспокоят. Поэтому приходится иногда принять таблеточку. А как вы считаете, вот в этих условиях лучше отсиживаться дома или все-таки выбираться куда-то? Боже упаси, дома отсиживаться, можно сойти с ума. Я понимаю, конечно, можно найти работу дома, мы тоже дома все домашние дела сделали, вычистили квартиру, выдрали ее, все выкинули, старую рухлядь, старые газеты, бумаги, старую обувь, которые все энергетику плохую несут, все вычистили. И теперь вот выбрались отдохнуть, подышать воздухом. У кого есть машины, есть возможность, забирайте своих мам, баб, бабушек, тетей, дядей и везите их вот на улицу. Не надо, где скопление людей, а просто дышите воздухом. Но совсем не обязательно сидеть в четырех стенах. Прошу прощения, что вы живете в Латвии, в России, да. Сейчас, допустим, жесткий карантин. Ну, жесткий карантин, там уже другие условия. Я не говорю про те места, где жесткий карантин, где выход только в магазин по специальным пропускам на определенное время. Я говорю для тех, которые могут выехать и погулять. Не надо, где скопление людей, не надо шляться по магазинам, да, экскурсии совершать, а именно вот куда-нибудь там на озерцо, где-то посидеть, где-то походить со своими близкими. Ну, согласитесь, что это лучше, чем дома сидеть у телека или смотреть по телефону всякие сериалы. Нет, по телефону сериалы смотреть надо. Я, например, детективы все смотрю, все пересмотрела, возможные и невозможные, но все равно оторваться от телефона, от дивана я советую. Иначе как приклеенный сидишь и не оторваться потом. Вот. Все стопорится, все затекает, все не шевелится. А тут прошел, присел. Тяжело, идите с палками. Можете без палок, если вы ходите с палочкой, ходите с палочкой. Надо обезболивающее, да примите вы это обезболивающее, чтобы чувствовать себя человеком. Ну-ка, а что там у вас в мешке, если не секрет? Мы зашли в фирменный магазин латвийский и купили там себе вин. Ничего себе. Вот, это, например, это у нас арония, вино очень вкусное, плодовое. Там еще есть омите, это бабушкино вино называется. Потом, какое еще мы, Таня, купили? Одуванчиковое вино купили. Рэй Брэдбери. Да, вино из одуванчиков. Сашуля любит ликеры, и мы купили маленькую бутылочку ликера. Сейчас я ее не найду. А, во, найду. Причем он из морожки, такая сувенирная. Во, сердечко тебе, видишь, как я тебе люблю. Супер. Вот, ну это так, а? А, да, я забыла, как показывать. Дочка показывает, как надо показывать. Сейчас, секундочку. Вот так, о. Вот такая красота. Но по чуть-чуть. Расскажите, что, в общем-то, самое парадоксальное, что латвийские вина, они, мягко говоря, не так известны в мире, но достаточно дороги. Вы знаете, действительно, они дороги, но вот мы сначала попробовали, Саша вывозил на прогулку маму свою тоже, привез нам отсюда бутылочку малинового вина, очень вкусная. Я, честно говоря, побаивалась, потому что домашние такие вина, они чреваты последствиями, и такие они коварные. Но очень было хорошо, потом ничего, ни голова не болела, ну, конечно, понемножку там по бокалу, но тем не менее. И вот сейчас вот мы поехали погулять, погода у нас хорошая сегодня, зашли в магазин и купили, что не каждый раз мы тут бываем, конечно, это далеко, где-то порядка 100 километров от Риги, где мы живем. Вот. Ну, вот советую такие вылазки и делать себе приятные такие всякие сюрпризы. Ну вот я лично тоже категорически за то, чтобы не сидеть дома. И Ирина Владимировна, надо сказать, начала постепенно поддаваться этим разовым вылазкам на природу. Потому что непривычно, потому что раньше, до операции, мне было гораздо тяжелее. Конечно, я не могу скрыть того, что у меня вторая нога, колено, которая не оперирована, оно меня беспокоит, но это естественно, процесс-то он все равно продолжается. Вот. Но тем не менее, возможностей у меня ходить гораздо больше. И это учитывая, что я 2 дня отработала, все-таки устала. Вот. Иногда такие насыщенные довольно дни бывают, не всегда там лафа, когда мало людей. Нет, прогулки – это очень хорошо, потом чувствуешь себя лучше как-то, и день прошел не зря, выходной прошел не зря. И знаете, вот я смотрю, как вы стали ходить с палочкой, может быть, посоветуете людям, которые только сделали операцию, может, пускай они со временем приспособятся к скандинавской ходьбе. Да, конечно. У нас, например... Пускай, извините, пускай это не классическая... Да. У нас подписчики... Да. Критикуют, да, критикуют. Что это за скандинавская ходьба? Ну, факт то, что человек ходит, он старается, да. Пускай это палки, это подспорье. Ну, конечно, конечно. Вы понимаете, вот я просмотрела очень много сайтов, да, на Ютубе, вернее, не сайтов, а на Ютубе видео, где кто-то рекомендует скандинавскую, кто-то нет из врачей, да, с теми же с артрозами. Особенно не рекомендуют, если вы не оперированы, скандинавскую ходьбу. Но про тех, кто уже прооперировался, никто ничего не говорит. Но я считаю, пусть даже мы ходим неправильно, пусть мы не так ставим палки, не так координируем с ногой и так далее, но мы же ходим. Мы же ходим. Палки нам для сохранения равновесия, чтобы мы не боялись. Вот как сейчас я шла там по ступенькам разным, там по горкам, по мостику, чтобы мы не боялись. Бывает же мы все-таки основная масса, основной контингент возрастной, скажем, да, и может закружиться голова или что-то. Так, чтобы не было этого страха, пожалуйста, палочки вас подстрахуют. Вот. Поэтому ничего плохого нет. И в то же время все равно плечевой пояс работает, это тоже хорошо. Так что не обязательно ходить классической скандинавской ходьбой. Пусть это спортсмены ходят и те, у кого здоровы суставы. Тут пускай. На днях я случайно подслушал разговор. Вы звонили какой-то женщине, по-моему, из Крыма. Она боится делать операцию. Почему она боится? Может, пожелаем другим людям, которым это предстоит, операция на коленном суставе? Да, я с ней разговаривала, поддержала ее, чтобы она не боялась, потому что некоторые умные врачи, но я не понимаю таких людей, которые сами не оперируют, говорят о том, что может не прижиться протез и так далее. Но от любого медикамента может быть аллергическая реакция. Когда вам выписывает доктор антибиотик, поверьте, он никогда не знает, как вы на него среагируете. Так же самое и с суставом происходит. Но сейчас уже настолько эта система отработана, такой большой опыт и у медиков, что они исправляют, если вдруг что-то, не дай бог, да, идет отторжение или какое-то непонятное воспаление, то все делает. У меня такой пример лично есть. Вот в моем поселке, где я живу, человек пожилой, 80 с лишним лет, который прооперировался, не могла уже ходить, и уже эти блокады разрушали, по сути, сустав. И она сделала операцию, потом воспаление, потом через год еще одна операция. И сейчас она ходит, пользуется палочкой, но ходит, и человек движется. Но... А бывают случаи, когда человека просто за деньги колет и колет уколы? Вот так они и делают, эти блокады. Но ведь блокады, поймите, они не лечат. Там эти препараты, они снимают воспаление, долго находятся в полости сустава и снимают таким образом боль, постепенно всасываясь. Потом, когда препарат в полости сустава заканчивается, ну так примитивно будем говорить, да, то все возвращается, но бесконечно, больше, скажем, 2 раз в месяц, или не в месяц, в год, или 3 раз в год. Нежелательно делать эти блокады. Это может быть вынужденная процедура облегчения состояния при ожидание операции, чтобы человека вообще не вычеркивать из социума. Но некоторые врачи, как я понимаю, это просто используют как бизнес свой. А некоторые используют как бизнес. Это же все платное. Так же самое, как колоть внутрисуставную жидкость типа гиалуроновой кислоты. Есть такие препараты на ее основе, да, которые там идет курс, не помню сейчас, 4-5 инъекций с интервалом там в 2 недели, предположим. Это стоит тоже больших денег. На какое-то время наступает облегчение, но процесс, сам процесс разрушения сустава происходит дальше. Потому что пока еще, к сожалению, консервативно не научились восстанавливать хрящ, лечить его, чтобы он восстанавливался. А, к сожалению, с возрастом возможностей таких меньше, потому что меньше у нас остеоцитов, клеток, которые продуцируют и костную ткань обновляют, и хрящевую ткань обновляют. Вот и все. Очень просто все в медицине. Так что будем живы, будем двигаться и не будем унывать. Всем здоровья. Всем здоровья желаю. Сегодня православный праздник Красная Горка. Всех поздравляю с праздником. Всего хорошего.